На этой небольшой частной фабрике в Чехии рождаются елочные игрушки, которые потом можно увидеть в разных уголках мира. Перед сезоном рождественских праздников и Новым годом здесь наступает самая горячая и увлекательная пора. Двое специалистов целыми днями напролет превращают стеклянные трубочки в шары, сосульки, птичек и другие фигурки. Затем будущие игрушки окрашивают в базовый серебристый цвет и отправляют сушиться. Каждый год компания подготавливает несколько новых коллекций, при этом старается возрождать старые традиции мастерства. Мы попросили опытных стеклодувов, вышедших на пенсию, показать, как все делали раньше. Мы засняли это на видео и время от времени пересматриваем. Так наши работники учатся этому мастерству. Они видят, что можно создать из стекла. Раскрашивают игрушки тоже вручную. Работа кропотливая, но за день специалисты выпускают сотни готовых украшений. Такие елочные игрушки стоят дорого, но в компании не боятся конкуренции со стороны дешевых аналогов. Ведь эти украшения сделаны с душой, а все использованные материалы абсолютно безвредны. Мы выпускаем ограниченную коллекцию для тех, кто ее оценит. И, конечно же, они могут позволить себе купить такие игрушки. Елочные украшения чешских мастеров расходятся по всей Европе. Покупают их и в России, США, Японии и Австралии. Ну а новые коллекции 2018 года сначала будут продавать на рождественской ярмарке во Франкфурте. Так.